все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор. Обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к совести и патриотизму русского народа. Пестрые лоскуты бумаги с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки. Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц, опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с Авроры. Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы. Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись там кусочек сыру, там засохший пирожок, но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули, на кучу решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз через плечо. Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце 17-го года. Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатами на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква «Ять», «Бог», собственность и само право жить как хочется отменялось. Отменено. Из-под шляпы свирепо проглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, заламывая пальцы, повторяли. Что же это? Что будет? Гибель России. Конец всему. Смерть.